Как вы согласились на это? Сама в шоке. Сама в шоке, понятно. А куда вы едете? За грибами. За грибами? Понятно. Да, шашлыки делать. Первый раз, новички. Чего не знаем, что тут происходит вообще. Кевлариан 2016, весенний этап, проводит клуб автомобильного туризма «Лось», ежегодное мероприятие, ну, в различных категориях подготовленности машин. И проходит Кеварин. Кеварин Трофи 2016. А сколько вообще участников ожидается? Мы их не считали. Не считали? То есть так много? Ну, нормально. Ну, хватает. Олег, скажите, насколько подготовлен автомобиль и насколько вы уверены, что все-таки вы займете первое место? Я не стремлюсь первое место занять, ну, чисто участие, обалдеть, покататься. Ну а как автомобиль подготовлен? Ну да, относительно, да. А что, думал, мало. Будем еще круче делать, но позже. А трасса сколько километров? 17. А, ну а вы ее знаете? Нет? Леса эти знаю, а... трасса Ну а насколько она тяжелая по отношению к тем трассам, которые уже проходили у нас, Кевин? Они каждый раз тяжелые, легкие бывают, тяжелые, но вот этот такой тяжелый маршрут, там повозиться придется. Вот конкурент, вот нормальный аппарат, подготовленный, можете поснимать. Ребята, а вы откуда? Мы из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Ну а вы уверены, что вы первый будете? Ну кто же загадывает? Кто может быть уверен? Да, всякое может быть, можно через 300 метров там стоять тихо. Так.
круто. Ну как вы думаете, победите, первыми будете? Если не последними. We'll be right back.
Олег, ну как трасса, как прошли? Нормально, видите, окна нет, шнура нет. Понятно. Ну а как вы думаете, как по времени? Ну неплохо, мы там людям помогали, просто минут 20 людей тащили на буксире. Так все нормально, вон, видите как, все везде, все в порядке, трасса хорошая, все понравилось, понятно. Очень даже понравилось. Дядя Вова молодец. Ну а грибы есть вообще в лесу? Еще много, полного, да. В следующий раз пойдем с грибами. Понятно. А шашлыки вкусные? Обалденно. Обалденно. Все ждали вас первыми с грибами и с шашлыком. Шашлыки будут.